Барунхемчийский район собрал именитых тренеров и педагогов Тувы на республиканский форум работников дополнительного образования. На одной площадке специалисты со всей республики обсудили проблемы и перспективы дополнительного образования в регионе. Кроме подведения итогов и планирования предстоящих задач, в ходе форума состоялась и церемония награждения тренеров детско-юношеских спортивных школ республики. 40 человек удостоили сертификатов на суммы от 10 до 500 тысяч рублей. Еще одним событием стало открытие в городе Ак-Довураке плавательного бассейна. Также в эти дни на реке Алаш прошло закрытие подледной рыбалки. В мероприятии приняли участие более 200 человек. Участники могли свободно сверлить и подкармливать неограниченное количество лунок, но занимать можно было только одну, обозначенную флажками. Минимально доступное расстояние между рыбаками – 3 метра. Участники соревновались в таких номинациях, как «Первая рыба», «Самый крупный экземпляр», «Юный рыбак», «Рыбак Аксакал», «Самая вкусная рыбацкая уха», а также бег на 100 метров с рыбацким снаряжением.